Это коронное приветствие, точнее, махание рукой меня забавляет. Всем привет, с вами, как обычно, Меломан. И сегодня мы продолжаем разбирать ваши реплейчики, ну, на разбор ошибок. Под первое впечатление, что-то мне понравилось, короче. Вот. И сегодня у нас в гостях игрок с ником Пакость228, мой соклановец. Да, его в взводе он играет, Зефом тоже мой соклановец. Окей. Когда он скинул этот реплейчик в канале Дискорда, конечно же, он там написал, чтобы мы не судили его строго, но я не знаю, что здесь произойдет. Давайте будем смотреть. Карта Фауст. Угу. Ты играл этот бой на Викерсе, да, значит? Ну окей, кстати, очень сильно повезло, что здесь никого не оказалось. Красные решили играть в ДТ-фланг. Прикольно. Кейк подставляется. Странно, нифига себе. Он как будто бы знал, что там леопард стоит. Но он, конечно, там светился, на что он именно в эту позицию навелся. Очень интересно. Хороший фугасик по хэвику залетает. Ничего не скажешь. Можно было, конечно, по леопарду тычку скинуть, но нужно было сразу его мониторить, но, к сожалению, среагировать было сложно. Счет 0-1, но тут справа это 110 Е3 подставляется. Можно по нему тычку скинуть. Кстати, можно было попробовать фугас отдать. Ну ладно, доберет? Нет. Хэвик добирает. Окей. 1-1 счет. Может, по полику там? Или 215 сейчас прокатит? Найс. Ну, пока вроде все неплохо. Но его леопард может целить так-то. Да, кстати, вот он. Он еще специально под него подставляется. Пока что сложновато. По сути, нужно как-то выигрывать. Убивать этих типов слева, типа ТВПшку, леопарда. Но там еще хэвик стоит, это сложновато, конечно, сделать. Что там по ХП у взводника? 700 ХП осталось уже. Он решает поджаться, но хэвик... А, лагает, я понял. Так, хэвик минус один. Минус два. Ой, ну, сейчас зафейлит тычку. Да, зафейлил, очевидно. Получает 424, остается шотным. Сейчас справа леопард вроде катит. Блин, жалко. Ну, по леопарду нужно отдавать теперь. Ну, так-то сложновато. Он его сможет развести вообще, этого леопарда, чтобы его добрать? Или нет? А леопард на него забивает, походу. Действительно, просто на него забил. Просто дарит нам фраг. Ну, хэвик. О, это ВПшки альфа не прошла, и... Он, походу, хэвик ее на каток поставил. Я травил ее в ангар. Ну, ладно. Пока что вроде все терпимо. Я не знаю, ТВПшка КД или нет, но нужно ехать пытаться ее добирать. Не знаю, дал там взводник ему инфу или нет. Ну окей. Ну, это как-то все легко было. Ой. Так. Что мы видим? Там Е3 здесь шотный, то есть ВК его стопудово добирает. И опять же, опять бой в превосходстве. Я бы, наверное, на месте пакости сразу бы поехал точку С перезахватывать. Ну потому что... Да потому что это правильно. Нужно ехать перезахватывать точку С, но он решил поехать над ЗВКшником. Окей. Жадина, говядина. Поехал урон набивать. А бой-то он выиграет? Конечно же нет, раз мы это разбираем. Иначе как-то проиграет. Ну окей, дал две тычки. Но ВК сейчас поедет, скорее всего, на точку Д. Ну, типа, я бы на его месте поехал бы на Д. У меня было бы две точки сразу. Просто объясняю. Ты на ЛТшке захватываешь точку С, все круто, у тебя две точки. ВК там едет перезахватывать либо С, либо Д, и ты в этот момент уже перезахватываешь точку Б, к примеру. И вокруг этих трех точек ты начинаешь кататься, крутиться. Ну, типа, на тяже проблемно ездить и захватывать точки. Против ЛТшки тем более. Ну, типа, как он это умудрится проиграть? Ну, точнее, уже понятно, что что-то будет не так. Именно с этими точками, как мне кажется. Вот нужно было изначально захватывать эту точку С. А сейчас вот нужно что делать? Сейчас нужно подкатывать под точку Д. Нужно вот сейчас ехать налево и захватывать точку Д. Ну, оно вот целит. Ну, ВК поедет на Б стопудово. Куда ему еще ехать? Да, вот он едет, опять лагает. Зря он это время тратит. У ВКшника сейчас будет, получается, две точки. Ну хорошо, но вот дамажит, конечно, потихоньку. Но вот после того, как он захватил точку С, ему нужно было сейчас сразу ехать на Д. Типа там мансить перед ним, я не знаю. Типа, ну захватывать ее нужно было, перезахватывать сразу.
так он просто... Вот смотрите, ЛТшка проигрывает против тяжелого танка по точкам, это смешно. Пакость. Осуждаем его строго в комментариях. Так, ну здесь есть вроде какой-то прострельчик должен быть, по крайней мере, с этой позиции. Может попробовать его развести как-нибудь? Может точку получится дать? Ну смотрите, как все классно у ВКшника, да? Он сейчас поедет точку С перезахватывать. Отлично, он КД. Успеет точку дать? Нужно срочно днище скатить налево. И он еще, возможно, успеет по нему точку дать. Успеет, нет? Ну-ну-ну. Окей, остался двухшотным. Но у него три точки. Ну, как вариант, можно пытаться его разводить, пикать. Типа, раз он так легко развелся, тогда наверху стоял наш герой. Ну, нет смысла, наверное, в этой точке абсолютно никакого. Ага, опять лагает, и непонятно, можно было бы стрелять. Ну, окей, видно, куда едет ВКшник, да? То есть, скорее всего... Я сейчас объясню, что бы я сделал на его месте. Вот как он точку сейчас доберет. Ой. Так. Ой-ой-ой, куда мы полетели? Вот мы едем здесь. Ловим идеальный тайминг, просто... Скорее всего, ВКшник будет прокатывать здесь, в сторону точки D. И вот на открытом пространстве можно было бы его подловить, мне кажется. Могу смотреть. А, он сюда и поехал. Че, он на точку С поедет? Ну тут просто нужно рисковать. Просто нет смысла уже захватывать какие-либо точки в этой ситуации. Да, нужно было вот сейчас на центр выкатываться. Ну. А ВКшник, скорее всего, едет уже к точке D. Да, он бы идеальный тайминг словил, мне кажется. Если бы выкатился вот здесь, как я бы оказал. Оставляет его шотным. Сжимает адреналин. Развести это получится, нет? Не, он его очень плохо разводит, он даже не выкатывается. Ну, как вариант, можно... Да, реально, здесь можно наверх закатить. Успеет или нет. И попытаться его оттуда добрать. Ну, очки, видите? О, боже, это такая жесть, что тяжелый танк просто выигрывает ЛТшку по очкам. Такое. Хотя этого всего могло бы и не быть, если бы наш герой на пакости захватил изначально точку С. Но даже когда он не захватил ее, можно было бы поехать потом. Когда ВК захватил точку D, можно было бы поехать туда, а не пытаться его отстреливать под точкой Б. Все ведь логично было. Ну, конечно, когда ты такие катки сливаешь, Тимофей, ты 60% явно не вернешь. Давайте заценим его. Чего у него есть 60%? Нет 60%. Как-то он слил. Да, и ВКшник. Мастер. Ну, вполне себе заслуженный мастеросик. Столько точек перезахватить. Да уж, вот такой вот бой, не знаю, что вы будете думать по этому поводу. Но есть над чем подумать. В общем, всем большое спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока-пока.